Подготовка к рекорду на второй очереди набережной у памятника князю Засекину стартовала задолго до начала масштабной акции. Чтобы развернуть огромное полотнище, волонтеры съехались со всех уголков Самарской области. Триколор длиной 1012 метров и весом более 450 килограммов растянули от полевого спуска до площадки бассейна ЦСКА. В этот день в Самаре праздновали сразу два знаковых события. День государственного флага и первый запуск пилотируемого корабля на ракете «Союз-21А», сконструированной в Самаре. Раньше его запускала ракета предыдущего поколения. Поздравить самарцев с праздниками пришли губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин. Дорогие самарцы, я от всей души поздравляю вас с праздником, с Днем Российского Флага. Флаг, гимн, герб – это символы нашего государства и нашей российской нации. Символы, которые объединяют нас на протяжении столетий. Символы, ради которых люди, наши сограждане, отдавали жизнь. Символы, которые вдохновляли и вдохновляют на ратные и трудовые победы российский народ. Дмитрий Рогозин рассказал, что на корабле, устремившемся в космос, был размещен российский триколор, а проводить рискованные для человека эксперименты в космосе отправился робот Федор. Сегодня день у меня в жизни особенный. Я сегодня начал этот день с поздравления самарцев. И я сегодня этот день завершаю с поздравления самарцев. Начал я этот день на Байконуре. Мы сделали очень важный шаг к освоению космоса, где человекоподобные, человекообразные роботы российского производства, умные машины начинают заменять человека в условиях повышенного риска. И хочу сказать, что это тоже рекорд. Ну а что касается Дня Флага, сегодня на корабле, который устремился в космос, был поднят и флаг России. Российский рекорд фиксировали с помощью специального помощника. Так называется геодезический приемник с GPS. Помимо него, с высоты птичьего полета за праздником наблюдал квадрокоптер. Официально огласить длину флага доверили двукратному рекордсмену Книги рекордов Гиннесса и Книги рекордов России Александру Дубровину. Мне очень приятно фиксировать в одном из любимых моих мест в стране. Данный рекорд не оспорит никто. Там такой запас был, что еще и на два рекорда хватит. Ну а тем не менее, рекорд. Самый длинный флаг в России. С результатом 1012 метров. Официально объявляю зафиксированным. Рекордсмен. Самарская область. Ну а для вручения диплома я приглашаю Дмитрия Игоревича Азарова. Самый длинный флаг страны сразу же после праздника стал экспонатом музея имени Петра Алабина. Завершился день российского триколора в Самаре уличным перформансом от воздушных гимнастов, барабанщиков, танцоров и уличного театра «Пластилиновый дождь». Виктория Шара и Максим Гусев. События.